Это они с тобой сделали. Мне так жаль, что мы вас бросили. Мы говорили с Дженни по телефону на прошлой неделе. Она сказала, что все в порядке. Она запугала ее. Мы приехали. Останься в машине, малыш. Нет, я должна. Я только войду. Суд присяжных считает Гертруду Боничевски виновной за убийство первой степени и приговаривает ее к пожизненному сроку. Дело получило широкую огласку. Про него даже написали в «Таймс».